мне кажется, что нам уже пора потратить блинги! Ага, у нас уже накопилось почти 118 тысяч! Я вам даже скажу больше, в Brawl Pass есть еще несколько подарочков, которые мы тоже должны забрать! Ага, и походу сегодня будет реально больше 20 косарей блингов, которые мы потратим! Парни, я уже знаю, что мы будем покупать! Борис, я конечно понимаю, мы сегодня должны 100% купить целую кучу скинов! А откуда ты знаешь, какие именно мы будем покупать? Я просто читал комментарии под видосиками, и кажется, подписчики кое о чем нас попросили! Окей, с этим мы конечно же обязательно разберемся, давай только сами посмотрим, какие скины можно купить. Парни, давайте начнем с конца. Так, на Лиле есть все скины. Ага, еще есть абсолютно все скины на Анджело, на Мелоди, на Ларри, Лори. Парни, а мы откуда их вообще взяли? Походу, мы просто покупали скины, когда они только вышли. Вот на Мика тоже есть абсолютно все. Борис, ты че слепой? Нет вообще-то серебряного и золотого. Сема, держу в курсе, эти скины можно покупать только за монетки. Я пока что их тратить не готов. Ага, нам точно есть куда их потратить. Кстати, Борис, а может мы хотя бы сегодня это исправим и купим какой-нибудь хотя бы серебряный скин? Ну, я думал, мы будем покупать только за блинги. Вау, смотри, есть Один Корделиус. Чё? Какой нафиг Один? Он вообще-то один. Только есть вопрос, а где второй? Сёма, ты дурак что ли? Вообще-то Борис назвал его правильно. Ты чё, вообще ничего не понимаешь? М-м-м, название какое-то странное. Я все еще нифига не понял. Кстати, Кубик, пора прочитать комментарий от подписчика. Купи обязательно какой-нибудь скин из коллекции «Ранговый бой», пожалуйста! Окей, парни, а вы знаете, как коллекцию выбрать? Здесь только есть редкие, сверхредкие, эпические скины. Куби, вообще-то коллекции находятся в самом низу! А, темы, реально, что-то я про это немножечко не подумал. Вот «Ранговый бой». И у нас здесь реально есть топовые скины. Предлагаю взять Лолу. Ну, скин на Лолу, конечно, прикольный, но мне кажется, что вот эта Ева выглядит намного эпичнее. Да, и это будет первый скин, который мы сейчас купим. Парни, вы готовы? Воу, так быстро? Может, лучше еще кого-нибудь посмотрим? Нет, покупаем этот скин. Я нажимаю на кнопку «Подтвердить покупку», а ты нажми на кнопку «Лайка», потому что Ева залетает к нам на аккаунт. Ого, и это первый топовый скин на сегодня. Я думаю, то, что он реально заслуживает отдельного лайка. Ну чё, теперь будем ее тестировать. Воу, еще и иконка и значок. Ага, и выглядит тоже приколдесно. Ну, раз я ее купил, тестировать ее тоже буду я. Стоп, так у нас еще был скин байкерша Ева. Борис, а зачем мы тогда купили новый? Нет, ты что, гонишь? Эта мотра точно выглядит намного круче. Такая крутая муха. Окей, и походу играть будем в бегокопилку. Да, ведь нам нужно ее нафармить, потому что скоро она уже закончится. Реально, нужно успеть еще сделать целую кучу побед. Поэтому я сразу же иду в катку. Ага, и у нас появился нокаут. Борис, срочно выбирай бравлера. Да-да, я помню, я уже выбрал Еву. Сейчас пойдем тащить. Ой, я не понял, а почему у нас захват кристаллов? Воу, Борис, реально, еще и тиммейты вроде как другие. Я не понял, это что еще за подстава? Ну ладно, мы сейчас все равно затащим. Ага, Борис, только желательно играть без автоатаки, потому что тебя только что вынесли. Блин, походу я еще просто немного не разыгрался. Да мне вообще кажется, что ты играть никогда не научишься. Сёма, не отвлекай его, вот из-за тебя Борис сейчас проигрывает. Ага, во всем виноват Сэмэн, но ничего страшного, сейчас еще отыграюсь. Главное только хотя бы попадать по противникам. Я стараюсь, но получается с трудом. Блин, Кубик, что-то у меня походу плохие новости, но все равно скин затестировали, вроде прикольный. Ага, но ты все равно проиграл, как так можно? Не ссы, сейчас обязательно исправимся. Ну уж нет, Борис, спасибо, мы лучше просто вернемся снова в каталог и купим еще какие-нибудь скины. Только подожди, есть же еще подарки дня, давай их тоже обязательно разблокируем. Ага, первые были удвоители, а потом будут кредиты по-любому, я же говорил. Ого, Борис, а как ты это угадал? Совпадение, не думаю. Окей, нашу солнечную славу прокачиваем, но сейчас не об этом, потому что мы должны купить еще какие-нибудь топовые скины. Кубик, предлагаю сразу зайти в эпические скины, ведь у нас их 168 штук. Ага, и причем 80 из них уже куплено. Кстати, подписчики написали, что можно купить скин мародерка Месси, а он же эпический. Я не знаю, Сёма, давай просто попробуем ее найти, но мне кажется, что да. Да, парни, правильно, вот он, мародерка Месси. Правда, у нас он уже куплен. Воу, реально, походу нам тогда нужно просто выбрать другой комментарий. Купи скин Они Отис, он самый красивый в игре. Окей, как скажете, давай попробуем его найти. Опа-на, ну реально, выглядит круто. Воу,
футбол, и мы даже можем его купить за 5000 блингов. Ага, это, конечно, очень хорошо, но я же такими темами потрачу абсолютно все блинги на сегодня. Кубик, мы вообще-то это и должны сделать, поэтому просто подтверждаем покупку, и новенький скин залетает на аккаунт. Окей, я потратил еще 5000 блингов. Надеюсь, что ты хотя бы нажмешь на кнопку подписаться, ведь она абсолютно бесплатная. Ага, и тогда у Кубика скоро будет 2 миллиона подписчиков. Срочно подпишись! А у нас еще, оказывается, был скин Фараотис. Тогда зачем мы потратили 5000 блингов? Мне тоже кажется, что этот скин намного круче, поэтому все не зря. Окей, давай тогда просто его испытаем, посмотрим, что же там в него добавили. Только играть будем в обычную тренировку, потому что сливаться я больше не хочу. Согласен, иначе мы можем так слить всю мегакопилку. Ого, как он круто стреляет. Стоп, я не понял, он что, выпускает какой-то воздух? Походу да. Интересно, а что делает его ульта? Давай просто это узнаем, выстрелим прямо по-настоящему роботу. Воу, это что было за звезда? Воу, Кубик, ты видел? Эта звездочка даже прилипла на робота. Блин, погоди, немного пропустил. Давай еще раз накопим ульту. И сразу же ее запустим. Смотри внимательно, выглядит очень круто. Так, ну у нас же еще есть гаджет. Интересно, а его изменили или нет? Ну, вроде бы такой же, как в дефолте. А мне кажется, что отличается цвет. Ладно, в этом нам подскажут, конечно же, подписчики, потому что я на самом деле этого реально не помню. Ну, а мы пока что выходим покупать еще какой-нибудь скин. Я так понимаю, мы сейчас снова будем смотреть по комментариям? Да, Кубик, правильно. Сейчас сначала в каталог зайдем. Ага, и нам, походу, нужно купить скин на Кольта. Окей, давай, конечно же, посмотрим, тем более, что Кольт у нас сразу здесь был, и он тоже стоит 5000 блинков. Банановый Кольт, нафига он вообще нужен? Мне тоже кажется, что у нас есть скины намного круче. Например, вот эта Кула. Или самый крутой темный ангел Кольт. Он вообще имба. Еще есть какой-то отступник Кольт Меха. Я про такого вообще что-то даже не припомню. Но его нельзя купить. Для начала нужно взять обычного Кольта. Который стоит 300 гемов? Ну уж нет, гемасики сегодня тратить точно не планировал. Ха-ха, а как же монетки? Ты же хотел купить серебряный скин. Лучше куплю на какого-нибудь другого бравлера. А пока что возьмем скин банановый кольт. Как нас попросили подписчики. Кстати, напишите в комментах еще какие-нибудь топовые скины. И мы в следующий раз просто будем их вам купать. Ага, тратить очередную порцию блингов. А пока что покупаем еще за 5 косарей. Новенький кольт залетает к нам на аккаунт. И так уж и быть. Выглядит он, конечно, прикольно. У него хотя бы какая-то необычная анимация. И очень необычные пиздики. Он стреляет прям бананами. Ага, такого я раньше точно не встречал. И еще есть парочку новеньких подарков. Значок и аватарка. Использовать их, конечно, скорее всего не будем. Но мы просто обязаны затестировать этот новенький скинчик. Ого, Кубик, у тебя что, так много скинов на кольта? Ну да, можно, конечно, еще купить парочку. Но лучше делать этого, конечно же, не будем. Просто пойдем и еще раз его испытаем. Посмотрим, он что, реально стреляет бананами? Да, Кубик, ты что, не веришь? Сейчас мы это затестим, там вообще крутее. Окей, давай сразу посмотрим. Просто стреляем настоящими бананами. Вы это видели? Ага, Кубик, смотри, выглядит реально очень круто. Я же даже бананчик захотел. А теперь осталось затестировать его ульту. Давай посмотрим, что же он будет из нее выпускать. Воу, походу там были бананы прям в кожуре. В смысле? Это что? Получается, что он свои пистолеты выстреливает? По всей видимости, да. Но мы можем еще активировать гиперзаряд, и тогда ульта уже становится обычной. Стоп, он даже стреляет обычными пулями? Нафига вообще этот гипер использовать? Мне кажется, что без него намного лучше. Ага, у меня тоже есть такое предчувствие. Так, погоди, а гаджет что-то будет изменять или нет? Кубик, вообще-то наш гаджет просто перезаряжает пули. А, походу я просто перепутал и взял немножко не тот. Ну ладно. Кстати, а как ты думаешь, сколько баллов можно поставить этому скину? Скин, конечно же, выглядит максимально необычно. И думаю, то, что можно поставить ему 8 баллов из 10. Чё-то маловато. Я бы поставил ему 10-ку. Мы просто у подписчиков спросим, насколько смогут они оценить этот скинчанский. А пока что заберем еще 1000 блингов. И еще 1,5 косаря, чтобы у нас было больше 5000. Воу, Борис, а как ты это так быстро посчитал? У нас реально 5392 блинга. Ага, у меня просто в школе все хорошо с математикой. Поэтому заходим и еще покупаем какой-нибудь скинчик. И еще можем купить 10000 блингов за 500 рублей? Парни, вы же не будете этого делать? А почему бы и нет? Сёма, ты вообще что ли офигел? Ну уж нет, если только зрители поставят целую кучу лайков, тогда так уж и быть, мы купим эту акцию. Давайте ставьте лайкосики, чего вы ждете? А мы, конечно же, попозже купим эту акцию. Да уж, ну к такому я точно не готовился. Так, подождите, давайте посмотрим еще какие-нибудь скины, которые можно купить на Хэнка Родео. Я думаю, что выглядит круто. Правда, есть нюанс.
Его можно купить только за гемы! А, нет, тогда не нужно. Зато можно купить на него лайкосик. Стоп, а чё, лайк стоит всего лишь 750 блингов? Ага, или 19 гемазиков. Вы же понимаете, что для зрителей лайкосики абсолютно бесплатные. Поставьте его прямо сейчас. А мы пока что посмотрим, на кого же можно купить еще какой-нибудь скин. Так, давай посмотрим, на ком я играю чаще всего. О, на Вальте! Правда, на нем уже и так целая куча скинов. Ага, есть абсолютно все скины, которые можно купить за блинги. Тогда осталось купить серебряный скинчик за 10 козырей. Ну чё, покупаем? Не, Сёма, на Вальта скинов как-то и так слишком много. Давай лучше выберем кого-нибудь другого. Кстати, а какой для вас самый крутой скин? Мне больше всего нравится Джин. Я думаю, то, что здесь самый крутой это Кракен. Вызывайте Кракена и берите Вальта Конга, потому что он самый крутой. Ну ладно, походу мнения разделились. Тогда просто спросим у подписчиков, напишите в комментах, какой скин больше всего нравится вам. А мы пока что посмотрим, кого еще можно взять. Парни, вы поняли? Ты что, хочешь купить этого рубинового принца? Ну да, тем более он стоит всего лишь 2750. Мне кажется, что это капец как дешево. Ага, а еще есть мутант. И он тоже, еще и по скидке. Не, Борис, гемазики я тратить сегодня не планировал. Я не хочу этого делать. А вот за 2750 блинков купить его, мне кажется, просто имба. Парни, а вам не кажется, что он какой-то слишком дешевый? В чем подвох? Не знаю, Сёма, но пока есть такие цены, мы просто берем и покупаем такой скинчик, чтобы немножечко сэкономить. Это же логично. Новый скин залетает на аккаунт. И выглядит он прям приколдесно. Кстати, а вы знаете, что этому скинчику уже больше 1 года? Воу, серьезно? А я думал, что его добавили пару месяцев назад. Не-а, это не так. Ну ладно, и раз блинки у нас еще остались, предлагаю еще кого-нибудь купить. Например, вот эту Нани. Кубик, она тоже за блинки. А вот Нани Селли... Ага, я что-то прикола не понял почему. Зато можно купить ретро Нани за 1000 блингов. Но, думаю, лучше не надо. Колокольчик, в принципе, будет намного получше. Тогда можем купить серебряный. Кубик, покупай. Сёма, да ты достал, я выберу кого-нибудь другого. Так, на Гейла можно купить охотника. Ага, только блингов уже чуть-чуть не хватает. Ну, за гему я, конечно, покупать его не хочу. Кстати, Кубик, смотри, у нас же еще есть скины на Тика. Ага, и здесь самый крутой скин, это точно Цербер Тик. Он выглядит прям капец как эпично. Еще Крабчик тоже выглядит приколдесно. А я предлагаю купить серебряный скин именно на Тика. Ну, кстати, вот это уже будет хорошая идея. Потому что Тик сейчас один из моих самых любимых бойцов. Ну что тогда, покупаем? Окей, так уж и быть, я потрачу прямо сейчас 10 тысяч монет. Кубик, а ты уверен, что это хорошая идея? Ну да, Борис, давай у нас будет хотя бы один серебряный скин на аккаунте. И прямо сейчас он просто залетел. Уже ко мне на аккаунт. То есть это получается реально первый твой серебряный скинчик? Ага, я конечно понимаю, это далеко не самый крутой скин на Тика. Говорю, мне больше всего нравится этот Цербер. А зачем тогда серебряного купили? Сёма, ты офигел что ли? Ты же сам сказал, чтобы я взял его. Так, смотри, кстати, еще же есть скинчики на Джина. Воу, есть злой, и еще есть темный самурай. И есть небольшая проблемка. Оба этих скина стоят по 5 косарей. И как ты понимаешь, блингов у меня не хватает. Ха-ха, так мы же можем просто купить акцию 10 косарей. Ладно, так уж и быть. Я прямо сейчас докупаю еще 10 тысяч блингов. Ну тогда тебе 100% нужно поставить лайк на это видео. Потому что я вообще не планировал сегодня тратить деньги. Давай, Кубик, покупай. Покупка завершена успешно. Окей, и как ты понимаешь, блинги залетают на аккаунт. Воу, плюс блинги прямо на наших глазах. Да уж, за одно видео потратить 30 тысяч блингов, на такое точно способен далеко не каждый. Парни, ну чё, какой скин покупаем дальше? Так, нужно подумать, предлагаю взять скин на Спайка. Ну, на Спайка вообще-то и так уже есть несколько очень топовых скинов, поэтому я думаю, что и так будет достаточно. Ну ладно, а я бы хотел купить скин пиротехник Спайк, тоже выглядит круто. Борис, выбираем другого бравлера. А, так ты же хотел купить скин на Джина. Давай возьмем злого или темного самурая. Лично я за самурая, он точно выглядит эпичнее. Ага, мне наверное тоже этот скинчанский нравится чуть-чуть побольше. Тогда давай сразу же будем его покупать. Кубик, ты уверен? Да, Борис, на все 100%. Новенький темный самурай Джин появился на моем аккаунте. А кто-нибудь помнит, какой это скин по счету? Воу, вроде бы 5-й или даже 6-й. Да уж, я уже просто запутался в этих скинах. Нужно спросить у подписчиков. Напишите в комментах, а мы получили еще плюс значок и иконку. Но это же еще не все. Можем купить еще кого-нибудь. Так, скины на Пенку у нас в принципе один уже есть. А вот злая королева стоит как-то слишком дорого.
Чё, мы не будем ее покупать? Нет, Борис, думаю, как-нибудь в следующий раз, а вот пляжная ПМК выглядит как-то не очень. Мне она на самом деле не нравится. Вау, а как же, Бо? Смотри, вот этот скин прикольный. Только мы купить его не сможем. Для начала нужно купить вот этот за 200 гемов. Как ты понимаешь, не за блинги, поэтому мы его тоже не покупаем. Вот блин. Ну зато можем купить скин, Бо-го, за 5000. Погодите, а мне кажется, или этот скин выдавали бесплатно? Тогда почему у меня его нету? Не знаю, зато у тебя есть демон и еще вот эта вот оса. Ну и наверное, демон Бо самый крутой скин этого бойца. Поэтому я думаю, пока что выберем кого-нибудь другого. Воу, призрачный рыцарь Фрэнк, кубик, это же вообще имба. А вот с этим я согласен, потому что у меня есть всего лишь один диджей. Он, конечно, выглядит немножечко стрёмненько. Можно купить еще пещерного. Да какой нафиг пещерный? Призрачный вообще крутяк. Покупаем его. Окей, тратим еще 5000 блингов. Еще плюс один новенький скин. Блин, парни, мы сегодня реально разоримся. Ха-ха, поздравляю, ты уже разорен. Ага, осталось 2642. В принципе, можно купить еще какой-нибудь скин. Кубик, но нам пока что хватит только на редкие скины. Я, конечно, понимаю, здесь есть топовый, например, этот Леончик. Воу, бродячий Леон такой крутой, а стоит всего лишь 1000 блинков? Что-то здесь не так. Покупаем! Офигеть, Борис, я вообще-то не хотел покупать этот скин, потому что на Леончика у меня есть намного лучше. Ну и что, лишним не будет? Ну не знаю, мне все равно кажется, что этот хэллоуинский намного-намного имбовее. А еще очень крутой Леон Меха. Смотри, он стоит всего лишь 300 гемов. Покупаем? Ну уж не, Сема, как-нибудь в следующий раз. Тем более, что блинки закончились и даже не хватит на этого динозавра. Тогда просто предлагаю затестировать того самого Леончика, которого мы только что купили. Но у меня есть такое предчувствие, что у него вообще не будет никаких изменений. Ну как же, у него скин поменялся. Ага, но пули у него те же самые. Ну и невидимка. Я думаю, что ее было бы очень тяжело как-то изменить. Ха-ха, это ты правильно подметил. А еще я понял, что мы не затестировали скин на Джина. Нужно, конечно же, тоже его обязательно испытать. Ага, погнали в тренировку, посмотрим, какие же у него пули. Наверное, супер имбовые. Воу, стоп, он что, взял, просто выпустил кинжал, и потом он разлетелся на кусочки? Ага, он разлетается на какие-то огонечки. Выглядит круто. А если кого-нибудь сейчас просто стянуть, у него самый настоящий шторм. Ого, он немного напоминает Сэнди. Ты имеешь в виду про ее ульту? Она, мне кажется, очень сильно отличается. Но зато я знаю, что остается неизменным. Лайкосики от зрителей. Воу, точняк, не забудь поставить лайк прямо сейчас. А еще, конечно же, подписаться на канал и глянуть следующий видосик, который здесь уже появился. Нажимай на него скорее.